выходной, наверное, валяетесь, спите, да, там, кайфуете, ничего не делаете, а я на работу. У меня сегодня очень прикольная свадьба с очень прикольными и молодыми, и, судя по тем видосам, которые они скидывали, друзья там просто... Короче, среди гостей есть молодой человек, ну или не молодой, но у него есть прикол на все мероприятия заказывать цыган. Не важен ему уровень ресторана, статус мероприятия, но... Это жених, это невеста, это цыгане. Такое ощущение, что в бане, смотрите, запотело все. Короче, это был офигенный день, очень крутая свадьба. Я считаю, что в очередной раз убедился в том, что с каким настроением ты едешь на работу, как ты себя настраиваешь, так, собственно, все и проходит. Поэтому вон я довольный, с мокрыми штанами. Всем что, классной ночи или доброе утро, что там уже, какой у вас период времени?